Специальная рабочая группа Одесской мэрии провела обследование прибрежных кафе на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Всего проверке подлежали 92 заведения, но по факту проверяющих пустили на территорию только 84 объектов. Основными нарушениями правил стали отсутствие автоматической системы пожаротушения и сигнализации. Такие устройства имеются лишь у 21 объекта. Геннадий Труханов предложил как-то информировать одесситов и туристов о пожароопасных заведениях. Для этого такие объекты будут помечать специальными наклейками и указателями. Не хотят, не пускают. Пускай наши общественные организации, те, кто с нами сегодня сотрудничает в конструктивном диалоге, давайте будем их помечать. Вот просто вывешивать на них какие-то плакаты, подберем определенный формат, где будем информировать посетителей, не только завлекая их ценами, хорошей кухней, ну и рядом должен появиться какой-то плакатик, на котором будет четко, ясно написано: здесь пожарно небезопасно.